Привет всем, вы на канале AnuLife. Давайте попробую сейчас создать споту грейдпота. Если монеты хватит, попробую создать вместе с вами. Захожу в спотовый грейдпот, делаю Nero USDT Так, чтобы сразу найти, надо в поисковике написать название монеты. Что-то долго делается. Интересно. NEAR. Находим монету NEAR. Сейчас она должна появиться. Долго делается. Ну давай. Появись. Что-то не хочет появляться. Сейчас, друзья. Сделай по-другому. Вот. Появилась монета NEAR USDT. А, скидывается, значит, надо на спот выскинуть. Хорошо. Надеюсь на лучшее. Спот-грибот. Спотовый. Наверх нажимаем. Еще раз пробуем. Перекинул денежки со спотового на финансирование. Ищу монету NEAR. И он должен появиться. Давай. Где ты, монета? Ладно, как появится, так я нажму. Ага, все появился. NEAR USDT кликаем. Все. NEAR USDT появился. Кликаем настраиваемый. Тут кликаю NEAR. Нажимаю максимум. Попробую сейчас количество сеток уменьшить. Уменьшаю количество. Оба. Есть. 23. Хорошо, 22 поставлю. И так далее. Вот, например, ребята. Выбрал NEAR USDT. Выбрал настраиваемый. И диапазон ценовой 3. С левой стороны самый нижний 3.95. Самый верхний 6.49. Надеюсь, до 7 не поднимется. Количество сеток 22. Ну, давайте посмотрим. У нас сейчас график какой. Вот. Видите, график какой у нас. Смотрим график. Внизу 6.01, наверху 6.10. И график, оно 5-минутный. Посмотрим далее. Так. Вот. Здесь тоже 6.12 было, и тут 6.01. 1-минутный. На 15-минутный посмотрим. На 15-минутный тоже так же. А, до 5 упал. До 5 упал и поднялся до 6.49. И сейчас торгуется 6.08. Оставляем также. Интервал 0. Точка 11 USDT, прибыль сетки 1.8% и верхний 2.91. Оставляем. Все. Создаю бота. Общий объем инвестиций 13 NEAR. На инвестиции поставил. Ценовой диапазон 3, нижний 95, а верхний 6.49 USDT. Количество сеток 22, интервал 0.11, прибыль сетки 1%.
ну, 1,8%, и верхний 2,91% будет. С аккаунта финансирования будет переведено 13.71 евро. Вот. Подтверждаем. Подтверждаю. Все, запустил. Теперь выходим отсюда. Выходим отсюда. Захожу в активы. Вот, появился трейдинг бот внизу. Кликаю трейдинг пункт. Открывается трейдинг бот. Спотовый грид бот. Вот, друзья, открылся. Кликаю туда. И вот. Инвестировано. Показываю. Инвестировал 83 доллара. И пока по нулям. Позиции. Показываю. Куплено 12. Стоимость позиции 2.26, наверное. Продано уже 3. Стоимость позиции 69.61 USDT. Вот. На продажу 19. А продано уже 3. История. 3 номера. Прибыли нет. Ожидается 3 продажи. И график зайдем сразу. Вот на графике видно, друзья. Видите, какой стоимость. Вот поэтому я и такую позицию выбрал. Вот самый нижний, точка 5.99 продавался. И на верхней, точка 6.49 продавался. Теперь в данный момент торгуется 6.08. Это 15 минут. Таймфрейм. Закрываю график. И вот, посмотрим, друзья, как поведется этот нейромонета. Она мне нравится, потому что она волатильная и продается, покупается. Все, друзья, всем спасибо за внимание. В дальнейшем покажу, как торгуется, как продается, какие плюсы и минусы, как успехи будут. Всем пока.